В субботу в Самарской области облачная с прояснениями погода, осадки не прогнозируются. Температура воздуха днем -1, -4 градуса, ночью 5-8 ниже 0. Ветер западных направлений 1-3 метра в секунду. В Сызрани пасмурная погода, днем -2 градуса, ночью -5. Юго-западный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти малооблачно без осадков, днем -2, ночью 5 градусов ниже 0, ветер западный 2 метра в секунду. В Самаре ясная погода без осадков, в дневное время -1 градус, ночью 8 ниже 0. Ветер юго-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 55%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.